Друзья, здравствуйте! Сегодня продолжаем рассказ о строительстве небольшого пруда. В прошлом выпуске мы говорили о выемке грунта, о планировке чаши, отсыпали песок по чаше и чашу уплотняли. По горизонтальным частям уплотняли виброплитой, по частям с наклоном мы уплотняли вручную. Если пруд большой, мы обычно уплотняем электрической виброплитой. Горизонтальные и части под углом. Нельзя уплотнять виброплитой наклонные берега. Виброплита может, двигатель может стукануть из-за масляного голодания. Далее мы выкапываем, будем делать дренаж. Дренаж будем делать упрощенный. Вот мы копаем сейчас траншею для устройства дренажа. Но этот дренаж мы его называем принудительным. Вообще эта технология, скажем так, в СНИПах нет такой технологии. Это некая такая, что-то среднее между классическим дренажом и не дренажом, скажем так. Мы делаем такой дренаж на небольших прудах с сухими почвами, в которых отсутствует давление воды, и с углинистой или супесчаной почвы. У нас в данном случае почвы суглинистые, сухие. И мы делаем упрощенный дренаж, который в несколько раз дешевле стандартного дренажа. Если мы будем делать дренаж стандартный с бетонными кольцами, это около 90-120 тысяч рублей стоит. Данный дренаж стоит около 30 тысяч. Данный дренаж дешевле, но в то же время он работает хуже, чем стандартный классический дренаж. Как мы это делаем? Мы не рекомендуем это делать, или как бы не говорим, что это очень хороший выход, да, но мы считаем, что данный дренаж достаточен для таких условий. Иногда пруд маленький, недорогой, стоит, предположим, 250 тысяч рублей, и сделать дренаж за 120 тысяч или там за 90 тысяч. Это, конечно, нерентабельно, и люди на это не идут обычно. Вот такие дренажи стоимостью 25-30 тысяч. Это хороший выход, чтобы, скажем, можно было решить проблему, если у вас образовался газовый пузырь и в него затекла вода. Или же после дождей или таяния снега выдавил пузырь. Ну вот, значит, водяной пузырь. Значит, мы берем дренажную трубу, двухслойную, обязательно жесткую трубу. У нас есть видео про дренаж. Посмотрите его, в нем указано, какие трубы можно применять, какие нет. Вот эта труба двухслойная, жесткая, в ней как бы находятся две трубы. Ее не сдавливает под давлением воды и грунта. Она держит свою форму. Мы закрываем, с одной стороны делаем вот такую, скажем так, пломбу из дренажной ткани. Укладываем траншею дренажной тканью. Укладываем тканью типа Typar фирмы Dupont. Плотность 110 грамм на метр квадратный. Не рекомендуем укладывать это все дорнитом. Если вы используете дорнит, то надо использовать дорнит низкой плотности, чтобы он не забивался, а работал как дренажная ткань. В данном случае мы взяли ткань фирмы Dupont. Это очень тоненькая такая паутинка термоскрепленного полотна. Очень хорошо его используют в дренаже. Мы укладываем по траншеи, всю траншею укладываем этой тканью. Второй вариант, можно уложить, взять трубу не дренажную, уложить ее до глубинной части пруда без ткани, а сделать перфорации в нижней части и уложить все геополотном. Видите, пруд все-таки из-за того, что он небольшой, но решили сделать его глубоким. Это не очень стандартное решение. Вот мы заворачиваем трубу тканью, чтобы она не забивалась. Ткань не дорнит, ткань специально дренажная. Здесь пруд не очень показательный, очень низкая площадь дна. Обычно пруды мы делаем с большей площадью дна, и дренажные трубы больше на дне, и больше отсыпка щебня. Здесь, конечно, в минимальных значениях все-таки старайтесь сделать побольше, но нам здесь неудобно, потому что очень маленькая площадь, мы фактически в одну точку свели. Так просто просил заказчик, для того, чтобы можно было окунуться в пруд. Но в целом, конечно, желательно делать пруд побольше и площадь дна тоже увеличивать. Мы отсыпаем дренажную, отсыпаем гравий на дно, закрываем этот гравий тканью дренажа, чтобы не подала грязь. Делаем так называемую, скажем, колбу, что ли, вот с дренажом. Там может собраться вода. То есть после таяния снега, который подтекает под пленку, под пленкой могут образоваться газовые пузыри, и вода может выдавить газовый пузырь. Ну, после таяния снега мы должны иметь возможность выкачать воду из-под пленки, не разбирая пруд. И мы делаем вот такую дренажную, как бы пломбу, что ли, вот, как ее еще назвать, отсыпку дренажную, в которой будет лежать труба с клапаном. Внутрь мы еще, дальше мы покажем, положим трубу с клапаном. Повторюсь, это такой вариант, когда нет денег на то, чтобы построить дренаж за 100 тысяч, но что-то сделать нужно. И тогда вот за 25-30 тысяч можно построить вот такое изделие, которое вам позволит выкачать воду из-под пленки, если вдруг у вас там собралась вода и газы. Как собирается вода? Поднимаются подпочвенные газы, выдавливают пузырь небольшой газовый, и туда подтекает вода после таяния снега. Это не обязательно случается на всех прудах, но это частое явление при отсутствии дренажа в пруду. И поэтому мы должны иметь возможность в случае необходимости выкачать воду из-под пленки. И вот этот дренаж позволяет это сделать в случае появления данной проблемы. И повторюсь, такое решение это лучше, чем ничего. Вот именно в тех случаях, когда не планируете тратить 100 тысяч на нормальный дренаж или 90 тысяч, и вы уверены в том, что не будет у вас проблем с водой. И действительно такие условия есть, когда все-таки нет проблем. Но в то же время мы должны перестраховаться, и мы делаем вот такой дренаж. Далее мы закапываем трубу, будем трамбовать ее. Внизу на дне пруда должен быть песок, не глина. Если мы можем обратно вернуть глину и трамбануть вот эту траншею, то на дне пруда только песок. Мы уплотняем это место траншеи, где мы заложили трубу. В этом месте, где вот вы видите окончание трубы, мы будем делать колодец. Пластиковый колодец из трубы диаметром 315 миллиметров. Иногда мы не делаем колодец, делаем отсыпку каменную. Дело в том, что мы еще в эту дренажную трубу поместим шланг напорно-всасывающий с клапаном, который сможет выкачать воду из-под пленки. Этот шланг можно будет и поменять, если он забьется. Вот мы уплотняем эту часть. И мы поэтому заложили именно жесткую дренажную трубу. Обратите внимание, она двухслойная, жесткая труба диаметром 160 мм, чтобы можно было в любой момент поменять шланг внутри этой дренажной капсулы. Рекомендуем делать, конечно, внизу дренажную капсулу побольше, но нам здесь не позволяет площадь дна пруда. Если в этом месте глина может, конечно, немного деформироваться, осыпаться, но в принципе это небольшая проблема. Главное, не опорожняйте пруд, долго не держите пруд без воды. Вода давит на пленку, пленка давит на чашу пруда, и чаша очень стабильно находится в стабильном состоянии при наполненном пруду. Поэтому на зиму пруд не опорожняем, он должен быть в воде и на зиму уйти с водой. Лучше не трамбовать, есть такая вибронога, вот трамбовать ее не нужно, у нее слишком сильный удар, ни склоны, ни горизонтальная часть, виброногой трамбовать пруд не нужно. Электрическая виброплита или бензиновая виброплита. Бензиновую виброплиту нельзя трамбовать ею склоны, образуется масляное голодание в двигателе при уклонах, и двигатель может сломаться. Если вы хотите отрамбовать склоны, то электрическая виброприта. Welcome. Мы убираем глину, которая осыпалась. Мы специально расстелили ткань, и при работе осыпается глина. Чтобы глина не забила дренаж, мы убираем всю глинистую часть из пруда. Далее ткань, песок, дренажная ткань, песок, и уже после мы будем стелить геополотно. Далее в видео мы покажем, как мы скрепляем геополотно. Есть вариант сшивания, термоскрепления геополотна. Это, скажем так, в кавычках сниповская технология стандартная. Вот, сейчас мы покажем, как мы делаем, как мы монтируем клапан и помещаем трубу напорно-всасывающую внутрь дренажной нашей капсулы. Вот мы собрали клапан стандартный с сеточкой. Берем напорно-всасывающий шланг диаметром 40 мм. Вот. Клапан пускает воду только в одном направлении. Это для того, чтобы можно было выкачать воду, подсоединить на берегу подшкурный насос, налить воду в шланг и выкачать ее из дренажной капсулы. Вот мы берем напорно-всасывающий шланг 40 мм, 40 или 42 мм в диаметре. Далее мы его чистим, далее разогреваем феном, для того, чтобы можно было его одеть. Вот мы разогреваем его феном и на него одеваем клапан. Далее мы все это закрепляем хомутом и будем напорно-всасывающий шланг помещать внутрь дренажной капсулы. Мы взяли дренажную трубу жесткую, двухслойную, 160 мм в диаметре. Специально взяли именно такого диаметра, чтобы шланг можно было поменять в любое время. То есть, если у вас выйдет из строя клапан или забьется труба, вы сможете вытащить и поместить новую трубу с клапаном и выкачать воду из-под пленки. Этот же дренаж выполняет роль и газового дренажа. По этой трубе газы выходят за пределы мембраны. То есть почвенные газы, поднимаясь в этот дренаж по трубе дренажной, по вот этим каналам, выходят наружу. Вот. То есть этот дренаж выполняет роль газового дренажа и дает возможность выкачать воду из-под пленки, если образовался водяной пузырь после обычно таяния снега. Вот мы закрепляем хомутом и все это поместим внутрь синей трубы. Повторюсь, это двухслойная труба. Повторяю несколько раз, потому что частая ошибка и устройство дренажей. Если вы строите пристенный дренаж дома, у вас тоже должна быть жесткая двухслойная труба. Обычные стандартные дренажные трубы укладываются до глубины метр, метр 20 по СНИПам. Глубже укладываются жесткие, потому что они должны выдерживать давление грунта. В данном случае у нас давление грунта и воды. Посмотрите наше видео про дренаж. Там я об этом говорю и показываю, какая труба подходит. Вот видите, у нас синяя, а внутри черная труба. Это двухслойная, две трубы жесткие. Вот мы закладываем напорно-всасывающий шланг с клапаном до дренажной капсулы. Весной мы приходим обычно, наливаем воду и тестируем, есть ли вода под пленкой, и выкачиваем. Это мы проверяем в первый год. Если воды нет, то далее нет проблем, мы его, собственно говоря, и не выкачиваем. Далее показываем, как мы... Следующим этапом работы это укладка геополотна. Это подложка под гидроизоляцию. Берем геополотно типа дорнит, 300 или 350 грамм на метр квадратный. Это геополотно, это советские технологии. Геополотно дорнит переводится как дорожная нетканка. Нетканное полотно, применяемое в дорожном строительстве. Это бесконечные полипропиленовые волокна. И нету ткани, они в разных направлениях распределены хаотично, и соответственно из-за этого у них в разных направлениях как бы одни свойства при растяжении в разных направлениях. Ну, если это не анизотопность воды, немного другой термин, я его сейчас уже не помню. Вот мы показываем, мы сшиваем. Стандартная технология, я говорил, это термоскрепление феном. Посмотрите наше видео, мы показываем в наших видео стандартную технологию термоскрепления. Этот вариант более качественным, мы считаем. Во-первых, термоскрепление не такое прочное, как шов из межкозашивочной машинки. И когда у вас ткань намокла водой, вы качно скрепить феном или паяльной лампой не сможете эту ткань. А швейной машинкой вы сможете это сделать качественно и прочно, и быстро. Мы гектаровые пруды и более гектара за 3 дня сшивали и укладывали этой тканью. Где-то 3 машинки. Вот мы покажем, как мы ее пытаются порвать. Причем, обратите внимание, они тянут практически не за весь край, а только за крайние уголки. И они не могут их порвать. То есть не весь метр идет напряжение, а только крайние боковые усилия распределяются только на край этого полотна, и оно не рвется. Если бы это было термоскрепление, мы бы его порвали на раз просто. Они не порвут эту ткань. Можно и 4 человека взять, вы не порвете. Это очень прочное соединение. И я думаю, что это может быть полезно и для ландшафтников. Это для тех, кто строит габионные конструкции и подкладывает под них геополотна. Подпорные стены, если использовать геополотна, длинный кусок можно скреплять под геополотно. В принципе, и при широких площадях при дорожном строительстве, я считаю, что можно применять технологии. Нас, возможно, смотрят и строители прудов, да, пожалуйста, применяйте. Мы считаем, что это очень удобно. Мы уже более 15 лет сшиваем. До этого мы крепили и металлическими скобами. До этого мы даже, бывало, и вручную сшивали. Иногда мы скрепляем феном, потому что в проектах по технологии идет термоскрепление. И мы нижний слой скрепляем феном, по крайней мере, на глазах у технадзора. Если пошел дождь, то мы, конечно, все равно это все сшиваем, укрываем и, ну, в общем-то, сдаем так, потому что после дождя термоскрепление провести практически невозможно. Если мы геополотно кладем поверх гидроизоляции, термоскрепление тоже не очень удобный вариант, потому что можно перепаять полотно. Следующий этап у нас будет укладка гидроизоляции, но мы об этом расскажем в следующем видео, о том, какую мы применяем гидроизоляцию и как мы производим склеивание гидроизоляции и укладки. Стройте пруды правильно. С вами Сергей Водоёмов. Всем добра. Спасибо.